Всем привет! В этот раз я хочу поделиться с вами видеообзором супермаркета «Младость». Находится этот супермаркет недалеко от гостиницы «Хризантема». Поехали! «Младость» в сравнении с другими супермаркетами конкурирует своими ценами на овощи и фрукты, но обращает внимание также на их качество. Вас удивит большое количество сыров и колбасных изделий в этом магазине. В мясном отделе есть большой ассортимент мяса и субпродуктов. Также есть опция перемолоть мясо в фарш. Я обожаю рыбу и морепродукты, и когда скупляюсь в этом магазине, всегда себя чем-то балую. Вот такая камбала продавалась здесь сегодня. Также здесь присутствует отдел с готовой продукцией, салаты, болгарские специалитеты, горячего производства. В данный момент вы наблюдаете джемы из болгарской розы. Также здесь нужно купить большое количество консервации, джемы, разные сладости, детское питание, крупы, гречку. Кстати, здесь тоже можно найти диетическое питание. На втором этаже можно купить канцелярию, бытовую химию, косметику. Если вам понравился мой видеообзор, буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Всем пока-пока!